Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Политинформания», радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с российским политиком, политологом, доктором исторических наук Валерием Соловьем. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер всем зрителям и слушателям программы. Эдик, я хотел бы уточнить, что Валерий Дмитриевич наш старый хороший знакомый. Да, с удовольствием подтверждаю. Валерий, у нас такой цикл передач «Тайны Кремлевского двора», поэтому, как говорится, мы продолжаем этот цикл передач. Он всегда очень интересен и пользуется большим спросом, насколько мы популярностью, насколько мы видим на YouTube-канале. Валерий, прошли выборы в России, как сказал писатель Глуховский, такие пеньковые выборы. Но все уже знают результаты, все это все известно. Как я считаю, главным победителем из этого вышел Сергей Кириенко, замруководителя администрации Путина. Как вы видите его будущее, и можно ли сказать, что его, будем так говорить, пятая точка ближе к главному креслу в стране? Да, естественный вопрос. Сергей Кириенко можно назвать одним из бенефициаров. Он выполнил очень сложную задачу. Казалось, что она вообще неразрешима при той крайне низкой популярности «Единой России» обеспечить ей такой триумфальный успех. Но давайте не забывать, что, по крайней мере, такое же количество голосов «Единой России» было приписано, сколько она получила действительно на выборах. То есть фальсификации даже по крайне безостенчивым российским меркам носили беспрецедентный характер. Теперь, что касается будущего Сергея Владиленовича, ему не было обещано, что он станет преемником, это совершенно исключено. Он не входит в шорт-лист преемников, он никогда на это не рассчитывал, но, может быть, только в своих сокровенных мечтах. Он не рассчитывал, что он станет премьер-министром. Вы же помните, он уже был премьер-министром. И, наверное, это бы выглядело дурным предзнаменованием, если бы еще раз он. Ходили слухи, по-моему, имеющие основания, что он хотел бы стать мэром Москвы в качестве признательности за техническую победу, техническую уверенную, в кавычках, конечно, победу на выборах. Потому что бюджет Москвы больше бюджета Парижа, он, по-моему, сопоставим с бюджетом Нью-Йорка. То есть по любым меркам, учитывая уровень коррупции в России, это одно из самых, можно сказать, сладких мест в иерархии российской власти. Также я знаю, что Путин не исключал, что он может сделать Кириенко главой Совета Федерации вместо Матвиенко, но в следующем году. Но вы понимаете, это не выглядело бы повышением. Формально, это, конечно, он третий человек в государстве, но фактически его бы влияние уменьшилось. Все назначения зависят от президента Путина. Все. В настоящее время. Что он подготовит для Кириенко, пока не очень понятно. Возможно, вообще ничего в ближайшие месяцы. Поскольку задача провести выборы – это одна лишь из первых задач, это непременное условие того, что Путин и Кремль планируют в ближайшее будущее, в ближайшие месяцы. Они все же планируют осуществить переход власти, то, что называют трансфером или транзитом. И все это должно начаться уже осенью, должно начаться с кадровых перестановок. И во всем этом Кириенко должен тоже сыграть, по всей видимости, важную роль. Так что, может быть, его награда ожидает его не в этом году, а только в следующем. Коллеги? Валерий, Путина самоизоляции. Как вы и говорили, ходят слухи, что он себя, ну, будем говорить нейтрально, не очень хорошо чувствует. Это одно из того, почему он ушел на самоизоляцию, потому что никто не верит в том, что в окружении президента Путина появилось столько больных ковидом, и тут он, вспомнил и это. Какие-то есть реальная информация о том, почему он все-таки ушел на самоизоляцию? Да, коллеги, я тоже, естественно, не верю, как и другие наблюдатели, в то, что в окружении Путина внезапно появилось такое количество инфицированных ковидом. Это просто невозможно.
исходя из тех мер безопасности, которыми он окружен. Значит, во-первых, Путин ушел на изоляцию перед выборами. Он всегда в моменты, чреватые общественными волнениями, старается держаться подальше от Москвы. Это может быть Валдай, в данном случае это сущинская резиденция, это не важно. Он опасается находиться в Москве, которая может превратиться в ловушку. Я думаю, что это разумная предосторожность. Вторая причина. Ему надо было сделать операцию. Операция была сделана поздним вечером, ну, не очень поздним вечером, в 22 часа по московскому времени, 22 сентября. В день, кстати, осеннего солнцестояния, равноденствия, прошу прощения, осеннего. Эта дата была выбрана специально. Это была несложная хирургическая операция, она длилась около 40 минут, хотя Путин ее очень боялся. Но он не восстановился после операции. И не потому, что операция была тяжелая, а потому, что он вообще в очень плохой форме. И чтобы скрыть это, он находится на самоизоляции. Он, значит, прибегает к этим телеконференциям, потому что так легче скрыть реальное состояние человека. Вы прекрасно понимаете это. Наконец, есть третья причина. Еще до выборов планировалось ввести после выборов локдаун. Ну, локдаун не в том европейском или американском понимании, как он вводился в некоторых штатах, а локдаун – это ограничение любой общественно-политической активности. То есть, как старая русская шутка гласит, больше, чем по трое, не собираться. И вот в этом смысле заявление Путина о том, что даже в его окружении есть больные ковидом, может послужить хорошим пропагандистским обоснованием необходимости локдауна. Если посмотреть сейчас информационные ленты российских агентств, официальную пропагандистскую машину, мы видим постоянные сообщения о росте числа больных ковидом в регионах, о введении ограничений, переходе на дистанционное обучение и тому подобных вещах. Потом разведут руками, скажут, ну вот видите, даже у президента в окружении, ну что ж, понятно, что нам с вами теперь нельзя по улицам ходить, нельзя здороваться, нельзя обниматься, а все, кто так поступит, это враги. Ну, пока еще не народа, ну, злостные нарушители санитарного режима, я бы сказал, медицинские экстремисты. Так что есть достаточно серьезные причины для него уйти на изоляцию и находиться в этой изоляции. Более того, если ему станет получше, он выйдет из изоляции, но потом он снова в нее вернется. Ему надо, говоря языком российского пенсионного фонда, находиться на самосохранении. У него срок дожития, понимаете, наступает. И не только политического. Вот. Коллеги? Валерий, продолжая тему окружения Путина, мы прекрасно понимаем, что это не какие-то тени, исчезающие в полдень, в полночь. Это конкретные лица, конкретные фамилии и имена. Да. На ваш взгляд, есть ли в окружении Путина кто-то новый, о котором мы еще не знаем, но которые могут себя заявить? И есть ли те, которые, как будем так говорить, стали отодвинутыми от этого окружения? Новых нет. Что касается отодвинутых, наоборот, вернулся сейчас в фавор Сергею Шойгу. Он на какое-то время как раз был отодвинут, но вот последняя поездка Путина в тайгу с ним и, главное, реклама этой поездки, они показывают, что Путин вернул свое благорасположение к министру обороны. Больше, насколько я знаю, никто в окружении не появлялся, никаких перемен не происходило, и вряд ли они произойдут. Видите ли, эта команда, скованная одной цепью, спаянная одной целью и вообще замазанная в крови основательно, в крови коррупции, многочисленных преступлений. Надо было очень постараться, чтобы стать членом этой команды, чрезвычайно. И, естественно, любой новичок – это угроза ее сплоченности и стабильности. И команда эта борется не только за сохранение власти, она борется за свое физическое выживание. В этом особый риск для граждан России. Потому что в борьбе за свое выживание, я думаю, что они не остановятся ни перед чем. Будут бороться до последнего русского. Валерий, давайте поговорим о такой фигуре, как Дмитрий Медведев. Вообще удивительный человек. Вот он сегодня разразился
интервью, и такое чувство, что ему кто-то писал ответы, потому что не смотрится он на человека, который, ну, говорит те вещи, которые были озвучены в СМИ. А что с ним вообще сегодня происходит, с Медведевым? Медведев – это плюс квамперфектум, отработанный пар. Это кандидат на вылет, это абсолютно точно. Это сильно пьющий человек, глубокий алкоголик, не просто пьяница. Знаете, ну, в России пьяницей называют алкоголика. Если уж человеки говорят алкоголик, вы прекрасно понимаете, что это такое. Он просто не просыхает, потому что его политическая карьера, она завершилась. И Путин его рассчитывает списать в архив. Не просто переместить по горизонтали или, скажем, отправить, как в свое время Молотова, послом в Монголию. Вообще выгнать, просто выгнать. Даже охрана Медведева относится к нему издевательски, откровенно издевательски. Поэтому, конечно, сам он никаких себе ответов не пишет, интервью он дать не способен. Ему написали, но это его там некоторое оживление, оно вообще ничего не значит. Ну, может, Путин смилостивится, из барского плеча сбросит заячий тулупчик когда-тошнему президенту Российской Федерации, многолетнему премьеру и чуть ли не своему соратнику. Но в окружении Путина, в элите в целом, Медведеву относятся откровенно уничижительно. Именно так. Уничижительно. Его принимают как человека, который полностью уже все закончил. Закончил свою политическую карьеру. А у Медведева не хватает воли, талантов, чтобы бороться и сопротивляться. Вот есть люди, у которых так, знаете, такая воля есть. Я думаю, вы помните Бориса Ельцина, который, несмотря на опалу, не сопротивлялся. Есть люди, все равно в элите, которые попадают в опалу, но они пытаются как-то держаться на плаву, надеясь на будущее. У Медведева нет такого стержня. Коллеги? Валерий, история с Евгением Зиничевым абсолютно фантастическая. Одни утверждают, что это российская, значит, безлаберность и такая, как сказать, человеческая бестолковость. А другие говорят о том, что это было сделано намеренно, человека удалили намеренно. Я так специально говорю, удалили. А как бы вы нам описали эту историю? К сожалению, это очень мрачная история. Зиничев был убит. Он был именно убит. С ним был погиб оператор, и было еще убито 3 человека. То есть всего погибло 5. Значит, вот Зиничев, оператор, ну это вот в официальной версии их 2, еще 3 человека. 2 человека из его охраны, и 3-й человек, бывший сотрудник ФСБ. А почему это получилось, с чего видом это произошло? Путин возлагал большие виды на Зиничева, он ему доверял, Зиничев был его адъютантом, входил в число конфидентов президента Российской Федерации. Но незадолго до выборов, на рубеже августа-сентября, если мне память не изменяет, президенту Путину предъявили доказательства политической нелояльности Евгения Зиничева. А он, кстати, планировал его повышение. Зиничев должен был занять очень важную позицию. Зиничев никогда не рассматривался как преемник, я сразу скажу. Никогда, ничего даже близкого не было в помине. Но он был занять, как доверенный человек Путина, очень важную позицию. И, кстати, это вызвало намерение Путина, резкое сопротивление ряда людей, в частности, главы ФСБ Бортникова, секретаря Совбеза Патрушева, вот так или иначе. Путину были предъявлены доказательства нелояльности Евгения Зиничева. И, как мне сказали, это были убедительные доказательства. После этого последовала трагическая кончина генерала Евгения Зиничева. Кстати, те люди, которые с ним общались в последнее время, отзывались о нем как о человеке весьма положительно. Весьма положительно. И, вы знаете, они сказали, вот это было мне очень интересно услышать, что он за последние 2-3 года пережил какую-то необъяснимую трансформацию. Он вдруг стал читать русских классиков. Знаете, для генерала ФСБ, вы представляете, что это такое? Да. Читать, он практически не расставался с ними. И если вы знаете, что если человек начинает читать Достоевского, это уже аномальность. Что-то с ним происходит очень серьезно. Вот мне говорили, что что-то с ним произошло очень серьезное. Вот то, что я знаю, я могу ручаться за надежность этой информации. Коллеги? Валерий, давайте вернемся еще раз к выборам.
вот мы с братом обсуждали, и нам кажется, что вот после выборов, какие бы они ни были, есть проигравшие, есть выигравшие, но как бы такая оглушительная тишина, известно, кто проиграл. И ничего, такого не было никогда. Мы помним 2011 год, да, а буквально 3 года назад Навальный выводил людей, ну, мне кажется, по менее серьезным даже причинам. А вот сейчас, как бы по знаменитому фильму, дело, был фильм, да, «Забудьте», да, «Дело закрыто, забудьте», да, что-то такое. Дело, да, «Дело закончено, забудьте», да. Да, дело. У нас с вами общий культурный бэкграунд. Да, да, да. Да, да. Вот, поэтому, как вы бы прокомментировали, мне кажется, это даже как-то неудобно смотрится. Ну, конечно, неудобно. Были некоторые надежды у меня тоже, что люди могут возмутиться этим, я бы сказал, африканским подсчетом голосов. Это поистине африканская фальсификация. Никогда в России такого не было, вот никогда. Это правда. А почему они не возмутились? Есть несколько причин. Вы, думаю, понимаете, что вряд ли одной причиной ограничивается дело. Значит, первое, люди на самом деле не считают парламентские выборы чем-то важным для себя. Они не считают. Это ритуал. Да, они этот ритуал участвуют, кого-то вынуждают, кто-то делает это честно, полагая, что можно, наивно полагая, что можно на что-то повлиять. Но в большинстве своем они в глубине души понимают, что ничего изменить нельзя. Это первое. Второе. Честно вам скажу, что люди запуганы. Общество в России, это очень хорошо вижу, находится в состоянии сильной депрессии. Правда, эта депрессия может перейти в лихорадочное оживление. У меня в этом нет сомнений. Потому что наряду с подавленностью я вижу очень много ненависти, очень сильное раздражение по отношению к власти, по отношению ко всему происходящему. И у этого раздражения есть самое серьезное основание. И третье, это, понимаете, призвать-то оказалось некому. Вот штаб Навального находится за границей, ну, на части разгромлен. Их идея умного голосования технически была очень интересной и правильной, но политически она оказалась абсолютно безрезультатной из-за чудовищных фальсификаций. Это просто чудовищно. А надеяться на то, что коммунисты возглавят народный протест, ну, послушайте, ну просто не приходится. Это не, понимаете, это не наследники большевиков. Вот по части своей риторики, отчасти злобной, да, они, конечно, наследуют революционерам, но по части действий, воли, ничего подобного даже близко нет. И вот оказалась такая перечелевая пустота. И упрекнуть людей, что они не сопротивляются, вот у меня не поднимается язык, я вам честно скажу. Ну как, они считают для себя это вообще необходимым. Они не видят для себя в этом никакого смысла. Они действительно раздавлены. Я вижу эту депрессию, я вижу апатию. Это меня очень печалит. Ну, поэтому я полагаю, что, наверное, источник активности низовой, источником низовой активности станет, скорее всего, борьба элит. Когда они начнут драться за то, кому наследовать Путину и тому подобные вещи, ну, назовем, высокая турбулентность начнется в верхних слоях атмосферы. Вот тогда это может транслироваться вниз. Коллеги? А Валерий, продолжая тему Коммунистической партии России. Когда-то довольно влиятельная партия под руководством Геннадия Зюганова превратилась в такую карикатурную партию вместе с тем же Зюгановым. А что с ней происходит, и есть ли люди, которые могут Геннадия Андреевича отправить на заслуженный отдых? У Компартии немалое число сторонников. Я думаю, что вы понимаете, что в условиях массового тотального обнищания и бедности, которую сейчас переживает Россия, рост левых настроений, я бы сказал, настроение социального реванша, это не совсем левое настроение в европейском смысле. Потому что левое настроение в европейском смысле – это солидарность. А левое настроение в России – это желание социального реванша. Это желание наказать. Те, кто богаче, те, кто удачливее. Очень часто это желание вполне оправдано. Мне это понятно, да? Значит, это первое. Второе. На самом деле, ряд региональных организаций Компартии, они довольно радикальны, они боевиты. Не все, но некоторые.
То есть они более боевиты, чем центральное руководство партии. Что касается центрального руководства, ну, я люблю говорить, что если бы Ленин сейчас ожил, то первым бы он расстрелял Зюганова, как оппортуниста и предателя дела пролетарской революции. Первым. Уже только потом бы он взялся за тех, кто сидит в Кремле. Что Ленин, в первую очередь, расправлялся с оппортунистами в рядах собственной партии. Но дело в том, что те, кто находится рядом с Зюгановым, это вообще дельцы. Понимаете? Вот те, кого считают его преемниками, это не люди радикальных взглядов. Это просто бизнесмены от политики. У Зюганова есть какая-то остаточная еще верность, она выглядит и звучит смешно, каким-то левым идеям в советском понимании, позднесоветском. Таком позднегорбачевском. На то время его политическая карьера стремительно шла в гору. А рядом с ним находятся сугубые бизнесмены, как вот Жириновский бизнесмен, да, как, скажем, там, Миронов бизнесмен. Вот поэтому, я думаю, эта партия сможет переродиться, трансформироваться во что-то более дееспособное только в ситуации острого политического кризиса, когда это руководство просто свергнут. Но, скорее всего, она тогда и расколется. То есть появится что-то похожее на социал-демократию. Опять же, в европейском смысле. Появится что-то похожее на вот эту Линке, да, левую партию, как в Германии сейчас. Ну, такой более-менее, я бы сказал, ну, не совсем радикально левую, но все-таки левую партию. И появятся, возможно, какие-то там сталинистские группы. Это было бы очень полезно, если бы это произошло. Пусть это будет честная конкуренция. И тогда все увидят, что на самом деле не стоит преувеличивать рост левых настроений в России. Что, возможно, это не совсем левое настроение, что это нечто иное. Но пока что Зюганов лежит бревном на пути трансформации собственной партии, и администрация президента это бревно всячески поддерживает. Ей это, по большому счету, выгодно. Ей выгоден статус-кво. Ей выгодны такие партии и такие лидеры во главе этих партий. Коллеги... А, Валерий, прежде чем мы уйдем на рекламу, хотел бы для наших радиослушателей сказать, что у вас появился новый YouTube-канал, где вы с Марией Шестун отвечаете на вопросы и ведете исторические лекции. Спасибо, коллеги. Да. Вот, поэтому приглашаем всех наших радиослушателей искать на YouTube Валерия Соловья YouTube-канал, и это будет очень интересно. А сейчас мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Мы продолжаем передачу «Тайны кремлевского двора» с Валерием Соловьем и журналистами радиостанции «Народная волна Чикаго» Эдуардом Брумером и Геннадием Брумером. Валерий, вы с нами? Да, я на связи, коллеги. Валерий, я не зря напомнил нашим радиослушателям о вашем новом историческом YouTube-канале, и в связи с этим хотел бы задать вопрос. У Ивана Грозного был постельничий, была такая должность, да. Боярин Борис Годунов. В этом связи вопрос, а боярин Михаил Мишустин имеет какие-то виды на то, чтобы занять, мы уже спрашивали. Такую историческую должность. Трон, действительно трон. Да, коллеги, имеет. Он имеет такую амбицию. И главное, что эта амбиция подкреплена элитным консенсусом. Приблизительно еще весной, даже ранней весной этого года, Путин дал указание подумать над тем, кто мог бы стать его преемником. Он дал указание Кириенко и обратился с просьбой к собственной семье. Собственная семья – это его дочь и это Алина Кабаева, значит, которых он просил об этом подумать. Были проведены консультации, и элитная молва сошлась на Мишустине, о том, что он мог бы стать подходящим президентом, заменив Путина. Мишустин об этом знает, он очень боится сглазить. Значит, Путин дал указание беречь его от репутационных потерь. Если посмотреть на то, как выглядит Мишустин на российском телевидении, это исключительно выигрышная позиция. Он такой деловитый, технократ. Ничего дурного с ним не связано. С ним связано только хорошее. Его рейтинг растет. Сейчас, конечно, его рейтинг ниже, чем рейтинг президента, но выше, чем рейтинг Лаврова, выше, чем рейтинг Шойгу, которые были самыми популярными министрами долгое время. Так что да, вот Мишустин сейчас считается кандидатом
Но в последнее время, наверное, выросли акции Шойгу. Кто еще хочет? Ну, наверное, желающих немало, но пока что Путин в состоянии отсечь нежелающих. Точнее, желающих. Он сам, прошу прощения, фильтрует, кого бы он хотел. Круг вот этих преемников, точнее, фавориты, они менялись. Когда-то весной прошлого года это был Собянин, о нем говорили. А весной этого года некоторое время это был Шойгу. Сейчас это Мишустин. Он держится вот в топе, да, даже на первом месте, довольно долгое время. Но дело ведь в том, не в том только, чтобы выбрать президента. Это же сразу целая, понимаете, лесенка. Значит, кто будет премьер-министром? Кто будет гарантировать стабильность власти? И Путин готовит довольно сложную конфигурацию. Он надеется, уйдя, обеспечить безопасность не только себе и своей семье, но и преемственность системы. Эти люди, конечно, бы хотели сохранить свои активы, а значит и власть. Потому что если у вас нет власти, у вас не будет в России никаких активов, возможно, даже и жизни не будет. О свободе я уж не говорю. Свободу вы точно потеряете с высокой вероятностью. Но я не уверен, что это возможно. Все же осуществить такой транзит в авторитарном режиме, где противоборствующие группировки наверху, это очень-очень сложно. Поэтому Путин пытается выстроить головоломную комбинацию. Коллеги? Валерий, а у меня как бы два вопроса, немножко разные. Вот в продолжение темы Михаила Мишустина. Как вы думаете, какие человеческие качества могут ему позволить сменить Владимира Путина? И второй вопрос касается Александра Лукашенко, который в Россию, будем так говорить, ездит чуть ли не каждый день. Туристом. И, как говорится, чемоданы с деньгами переправляет в Беларусь. А как долго он будет заниматься вот этим бизнесом? Ну, что касается Мишустина, значит, какие качества? Во-первых, лояльность, это Путин ценит выше всего. Во-вторых, Мишустин – это фигура, которая не раздражает основные элитные группировки. Я и сказал, что есть элитный консенсус. В-третьих, он деловит, он технократ, который чурается любых идеологических заморочек. Его нельзя называть либералом, его нельзя называть ястребом, просто технократ. И плюс он технократ, который возлагает большие надежды на цифровизацию. А это конек президента. Он, знаете, мечтает создать в России некое подобие такого цифрового концлагеря. Ну, наподобие того, что китайцы в некоторых провинциях своей страны смогли организовать. Теперь, что касается Лукашенко. Это турист наоборот. Туристы обычно привозят деньги, а он за деньгами приезжает. Вот, он такой камевояжер, который торгует надеждами. Он продает российскому президенту надежды на объединение. Надежды иллюзорные, а деньги, кредиты, помощь вполне реальная. А Лукашенко уверен, что он сможет обхитрить Путина. Лукашенко играет на время. Он уверен, что Путин уйдет раньше него. И тогда Лукашенко, значит, обнулит все данные обещания. Он предполагает, что он будет иметь дело с новым российским руководством, которое он будет дурить так же, как он дурил предыдущие. Бориса Ельцина он дурил, и Путина. И весь этот обман продолжается уже 25 лет. По различным оценкам он обошелся российскому бюджету не то в 50, не то в 70 миллиардов долларов. Но это еще, я полагаю, довольно скромные оценки. Уж говорить о репутационных проигрышах, которые Россия понесла, и о страданиях белорусского народа, вы сами понимаете, уже и не приходится даже. Потому что, ну, я не исключаю, что Путину выгодно. Вот, ну, теперь вот есть какой-то самый страшный диктатор Европы. На фоне Лукашенко я вообще не самый страшный, думает Путин. Я, может быть, даже немножко цивилизован. Я бы сказал, это конкуренция за то, чтобы не остаться последним диктатором Европы. Пока Лукашенко в этой конкуренции проигрывает, но он Россию сосет. Он действительно сосет. И получает то, что нужно. И те люди, которые хорошо его знают и знают отношения между Путиным и Лукашенко, говорят, ну что он обыгрывает Путина? И говорит, что Путин даже как-то любуется. Он его называет колхозником, смеется над ним, но втайне любуется тем незамысловатым мастерством, с которым Лукашенко его обводит вокруг пальца.
Есть в этом что-то из рассказов Шукшина, там срезал, вот такое. Да, коллеги. Валерий, давайте поговорим об отношениях США и России. Как вы видите отношения старого Джо, мы принципиально не называем этого пожилого мистера, человека президентом, потому что считаем, что тоже наша система избирательная не идеально. И когда говорят о том, что здесь по почте, вот Венедиктов недавно говорил, что вот смотрите, даже у американцев по почте вот это все очень было хорошо. На самом деле это огромные фальсификации, поэтому к господину Байдену мы так и относимся. Как отношения складываются старого Джо с немолодым Владимиром Путиным? Ну, коллеги, вы понимаете, что в доме повешенного не говорят о веревке, поэтому обсуждать честность и нечестность американских выборов ни в коем случае не будет. Это наша оценка. Я понимаю вас, да. Ну, тем более, с российской колокольни это вообще смешно. Исходя из того, как у нас прошли выборы. Пока есть такое, я бы сказал, настороженное молчание сторон. Молчание ягнят. То есть, как я понял, есть некое негласное соглашение не нападать друг на друга. То есть Россия отказывается, или, по крайней мере, она пообещала, что отказывается от кибератак, отказывается от своей политики гибридной войны, от того, чтобы чинить козни Соединенным Штатам, администрации Байдена. Ну, взамен Россия рассчитывает не получать новых санкций. Конечно, инициатива Палаты представителей, тот законопроект о санкциях, который сейчас был принят, напряг российскую элиту и Кремль в первую очередь, но они рассчитывают, что, возможно, это дело удастся приостановить. И, в общем, это максимум максиморум того, чего сейчас стороны, ну, по крайней мере, Соединенные Штаты, могут добиться. Насколько я знаю, это характерно для Евросоюза. Я думаю, что Соединенные Штаты не исключение в данном случае, не отличаются от Евросоюза. Они тоже делают ставку на время. Они знают, что Путин скоро уходит. Если они знают, что Путин скоро уходит, а действующий сейчас президент, он находится в слегка неуравновешенном состоянии, то зачем рисковать? Зачем обрекать себя на ухудшение отношений, когда президент ядерной страны может себя повести непредсказуемо? Поэтому лучше давайте не дергаться, лучше подождем естественного развития событий, не будем дразнить, не будем ставить вопросы Навальному. Вот это характерно, вот визит Меркель в Москву прощальный. Она упомянула Навального, совершенно ритуальная фраза. Никто не собирается за Навального биться. Сейчас посмотрим, что будет с инициативой в американском Конгрессе. Но пока что выглядело так, что и администрация США тоже не собирается биться за права человека и, в частности, за права Навального. Более того, я знаю, что было дано негласное обещание, оно было дано Российской Федерации, Кремлю точнее, Кремлю, что до конца осени Запад не будет попытаться влиять на российскую политику. Имеется в виду на внутреннюю. Что в России безумно боятся, чтобы Запад не вмешался в выборы сперва парламентские, а потом процесс транзита. Я не знаю, было ли такое обещание получено от американской администрации, от Евросоюза, насколько я знаю, было получено. Или понимание, скажем, нежелание Евросоюза вмешиваться во внутренние дела. А не вмешиваться во внутренние дела, это что означает? Не поднимать вопроса о правах человека и тому подобных вещах, которые безумно раздражают российское руководство. Коллеги? Сентябрь – такой месяц выборный. И в Канаде прошли выборы, и в России прошли выборы, и закончились выборы в Германии, на носу, значит, Япония. Там будут лидера выбирать, будущего премьер-министра. И, что касается Германии. СДПГ выборы выиграла не намного, но все-таки, скорее всего, ее представитель будет канцлером Германии. Второе место отдано зеленым с госпожой Бербок, непростой дамой. А как российская элита смотрит на вот эти выборы, на то, что партия Меркель проиграла, и теперь надо будет как-то строить заново отношения с Германией?
Ну, естественно, знакомый черт лучше незнакомого. Это правило точно описывает российско-германские отношения. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в Москве, официальной Москве, надеются на то, что у германской элиты есть приверженность некому принципу, стратегическому принципу поддержания доброжелательных отношений с Российской Федерацией. Меркель очень много для этого сделала. Она была главным проводником путинской России в Евросоюзе. Она поддерживала добрые отношения, несмотря ни на что. Она считала, что это в интересах Германии. И, насколько я понимаю, в германской политике есть консенсус. Но зеленые из этого консенсуса все-таки выбиваются. Если они получат те посты, на которых настаивают пост министра иностранных дел и пост министра энергетики, это, кстати, самые чувствительные для России темы, то можно предполагать, что они доставят России, ну, Кремлю, неприятности. Вопрос в том, какие неприятности. Будет ли это критика, да, упреки, или это будут реальные неприятности. Я вам напомню, что Европарламент не раз принимал грозные резолюции, грознейшие. Фактически это ничему не приводило. Если эти министры будут раздражаться грозными реляциями, критиковать Путина, критиковать нарушение прав человека, значит, путинскую энергетическую стратегию и тому подобное, но ничего при этом не делать. Ну, в Москве злорадно, плотоядно, значит, скрепят ладошки и скажут: ну вот видите, прекрасно, мы с ними договоримся. Или договорились. Ну, я думаю, что какое-то охлаждение произойдет, какая-то риторическая волна подымется. Но ведь так было и с Байденом, вы вспомните. Какие были ожидания в Москве, я знаю, прекрасно тревожные, какие были ожидания, надежды у русской эмиграции в Европе, что вот сейчас придет-то Байден, это вам не какие-то республиканцы, это демократы, они традиционно... И поначалу казалось, когда там Байден назвал Путина убийцей. И чем это завершилось? Ну, игра еще, конечно, не сыграна полностью. Мы понимаем, что сейчас всего, наверное, только середина первого тайма. Даже первый тайм не завершился. Но пока все это носит вялый, очень вялый характер, коллеги. Видимо, из Германии, это я знаю, что так в Кремле думают, видимо, из Германии будет так же. Может быть, даже еще спокойнее. Могут ли американцы надавить на немцев, ну, скажем, в сторону ухудшения отношений с Россией, если бы американцы... Да, они могут надавить, но немцы будут сопротивляться изо всех сил. Неважно, какое это правительство. Христианские демократы, социал-демократы, они будут сопротивляться изо всех сил, если большой заокеанский союзник потребует от них ухудшения отношений с Россией. Они считают, что это нанесет ущерб стратегическим интересам самой Германии. Так что это такая немецкая реал-политик, стремление обеспечить гегемонию в Евросоюзе, чего они успешно добиваются. И они считают, что Россия в этом деле им даже как помощник, а не соперник. Коллеги? Валерий, задам вам вопрос, попробуйте на него ответить. У нас есть с братом спор, может, вы нас даже где-то рассудите. Допустим, Путина нет, по любым причинам. И все, кто его обслуживал, они... как я понимаю, начнут разъезжаться. Многие из них, как господа Ротенберги, господин Соловьев и даже господин Вячеслав Никонов, который по Галахе считается евреем, уедут в Израиль. И известно, что Израиль евреев не выдает. Да. А вот как тогда Россия будет на все это смотреть? То есть люди уедут и скажут: ну да, мы захотели на историческую родину, и нам ничего не будет за те преступления, по большому счету, которые они совершали в России. Ну, коллеги, с Израилем известно, как с Дону выдачи нет. Мы это хорошо да, знаем. Да, да, вот поэтому... В некоторых случаях это для политэмигрантов это очень даже хорошо. Я прекрасно это понимаю. Ну, давайте зададимся вопросом, а все ли из них успеют уехать? Знаете, если события будут развиваться очень быстро, то многие просто не успеют добраться до самолетов. Вот Внуково-3, правительственные аэропорты, откуда бизнес-джеты летят, достаточно вывести 2 снегоуборщика на взлетно-посадочные полосы, чтобы ни один самолет не покинул аэропорт.
Знаете, в России, если что-то происходит, происходит почему-то очень быстро. Это было в 17 году в феврале, потом в октябре 17-го, потом в августе 91-го года. Поэтому я совершенно точно знаю, что не все успеют выбраться. Это первое. Второе. Те, кто намерены выбираться и думают, а думают многие, я это хорошо знаю, они будут искать убежище отнюдь не только в Израиле. У многих из них есть вид на жительство или гражданство в одной из европейских стран. Это вот совершенно точно. Более того, многие из них, несмотря на заявление, клятву, лояльность, патриотизме, поддерживают, особенно в последнее время, негласные отношения с западными администрациями, западными спецслужбами. Они пытаются быть полезными. Я спрашивал, почему, мне объяснили, очень простой резон. Если ты агент западной спецслужбы, тебе дают гарантии безопасности. Вот и все. Так что они об этом думают. То есть не только недвижимость, не только домик где-нибудь в Италии или квартирка где-нибудь на Лондоне. Нет, они хотят еще других гарантий. И поверьте, они думают о будущем после Путина. Среди этих людей нет идиотов. Они жадные, они скверные, они циники, законченные циники. Но они не идиоты, они об этом и не думают. Ну, на худой конец, конечно, Израиль. Ну, честно говоря, Израиль, при всей моей симпатии к этой стране, выглядит несколько провинциальным для этих людей, вы понимаете. Конечно, если конечно. Вопрос станет о жизни и смерти, или там о свободе, не свободе, конечно. Конечно. Они, да, предпочтут Израиль. Вас останутся на свободе. Но вообще они хотели бы наслаждаться. Понимаете, они не для того грабили Россию, чтобы засесть где-то на Ближнем Востоке. Они считают себя гражданами мира, они считают себя элитой. Они хотели бы свободно разъезжать по этому миру. Это их мечта, это их идеал. Поэтому они будут стремиться в той или иной форме реализовать. Но немногие, мне кажется, успеют покинуть Россию. Ситуация может начать развиваться так скоропостижно, что тот, кто добежит, я бы сказал, не до самолета, а до суда, тому, возможно, еще очень повезет. Потому что русские люди, я вот говорил в начале передачи, очень депрессивны, но не дай бог, если эта депрессия закончится. Вот не дай бог. Понимаете, она может привести к таким эксцессам. Нет, конечно, события 17-го года не повторятся там, в силу целого ряда серьезных ограничений. Но отомстить люди в России очень хотят. Они чувствуют себя обездоленными, их обокрали. Это чистая правда, их обокрали. Их лишили будущего. Это массовое ощущение в России. Они хотят отомстить. И они знают, кому они будут мстить. Если у начальника полиции крошечного подмосковного района находят в квартире, в доме 5 миллионов долларов, это наличные расходы, на мелкие расходы. Вы понимаете, да какой конечно. Уровень коррупции, и что вот эти точно никуда не успеют деться. Вот просто не успеют, потому что из Егорьевска им еще надо будет куда-то добраться, до границы. А Россия очень большая страна. И система коммуникации не очень хороша. Коллеги? Валерий, я упоминал о Японии, о том, что там будут выбирать лидера. Закрыта ли тема Курил? Японцы люди упрямые, как оказалось, и просто так сдаваться не собираются. Я имею в виду, не хотят подписывать мирный договор. Так вот, насчет Курил. Как вы видите это? Я думаю, что эта история не закрыта, она будет продолжаться. Более того, я не исключаю, что может произойти некий резкий разворот. Но просто в отношениях между сторонами накопилось столько недоверия, что любые позитивные инициативы могут утонуть в море этого, ну, не многовекового, но недоверия, которое уже строится на протяжении десятков лет. Ну, я знаю, что Путину предлагали, давайте мы эти Курилы, там, два этих несчастных острова, хотя бы два для начала отдадим, да, но взамен, вы понимаете, это как устроена российская политика, мы взамен должны что-то получить, что-то очень ощутимое, лучше деньгами, не обещаниями, деньгами, здесь и сейчас. Ну, это вот, поскольку в России радиус доверия очень короткий, в отличие от любой западной страны в отношении Японии, в отличие от Японии, то здесь вам на слово верить не будут.
давайте здесь и сейчас. Ну, вам два острова, а вы нам желательно авансом переведите. Наличными, инвестициями. А потом мы уже будем вести с вами окончательные переговоры. Так что недоверие вот и в этом проявляется, коллеги. Здесь в России и на Западе по-разному ведут дела. Очень по-разному. Ну, я думаю, вы об этом много наслышаны. Да. И сталкивались с этим. Валерий, в конце передачи хотел бы задать такой вопрос. Если бы сегодня воскрес Михаил Булгаков, что бы он сказал о современной России? Я думаю, что он бы сказал почти то же самое, что он говорил и в 30-е годы. Он бы удивился, что прошло без малого 100 лет, и страна по части персонажей, по части антропологии не изменилась. Это удивительно. Здесь бесы правят бал в России. Они точно совершенно. Вот я шекспировскую фразу, помните, ад опустел, все черти среди нас. Вот все черти, которых описывал Булгаков, они сейчас здесь, в России, они все вылезли на поверхность. Коллеги? Продолжая тему литературы, Ильф и Петров написали великую книгу «12 стульев». И надо сказать, что великие режиссеры, я имею в виду Марка Захарова и Леонида Гайдая, очень классно ее экранизировали. Я скажу, что нам больше всего нравится экранизация Марка Захарова, она более обширна, более элегантна, на наш взгляд. И у меня в этом смысле такой вопрос. Насколько вот 12 стульев, насколько вот эти герои, ведь в принципе сам герой очень симпатичный. Есть ли в России те, кто похож на Остапа Бендера? Обаятельные жулики? Да, обаятельные жулики. Да, конечно, здесь хватает жуликов. И жестоких, циничных, но хватает и обаятельных. Но, коллеги, вы знаете, только мы с вами можем вспомнить этот роман. Вот молодое поколение, для него это эпоха, с которой он абсолютно не знаком. Это другой культурно-исторический пласт. Я вам говорю абсолютно ответственно об этом. Ну да, таких типажей я в России встречаю повсеместно, сплошь и рядом, даже удивительно. Но это, собственно говоря, даже гоголевские персонажи в каком-то смысле. Ведь Чичиков тоже мог бы послужить прообразом, и, наверное, послужил Остапа Бендера. Теперь представьте, это Остапа Бендера, перенесенного еще на 100 лет. То же самое. Люди, которые строят финансовые пирамиды, которые вовлекают девелоперские проекты, которые торгуют криптовалютами. Я их нередко встречаю, имею с ними дело. Ну, беседую, я не занимаюсь бизнесом, да, в этом смысле. Они очень обаятельные, они очень убедительные. Но посмотришь в эти честные открытые глаза, как писали Ильф и Петров, и сразу все понимаешь. Коллеги... Валерий, последний вопрос, заканчиваем. У нас буквально минута. Да. А читаете ли вы Захара Прилепина? Нет, я не читаю сейчас его повестей, нет. У меня просто нет времени. Это не связано с идеологической идиосинкразией. Валерий Дмитриевич, я специально упоминаю отчество из уважения к вам. Спасибо вам за наше интервью. Оно замечательно. Мы надеемся, что через какое-то время мы еще побеседуем. И мы вам желаем всего самого наилучшего, бодрости, оптимизма. Главное – здоровье. И самое главное – здоровье. Спасибо большое, коллеги, взаимно вам и всем вашим зрителям и слушателям. Спасибо. Всего хорошего.